Всем привет, меня зовут Павел, и добро пожаловать на очередную серию про мой Гелендваген. Вот такой малыш приехал. 6+, написано, мне подходит. Интересно упакованный. Совсем маленький такой моторчик. Если с Элькой его сравнить, почти в 2 раза меньше он. Толщину 3 студа, и плюс еще у него башка здесь, у нас тут торчит. Здесь крепления схожие. Нужен он мне для установки в передний мост. Это сейчас временно, ответная часть вот так будет стоять. Далее возьму пин, который без трения здесь. И заготовочку свою. Когда я покупал эту маленькую серву, думал, сейчас поставлю я его в свой гелик на мост. Такой маленький, компактный, аккуратный. И все будет классно. Но нет. С бувизом эта серва не работает. То есть колеса в центр не возвращаются. Вот так. Простая элька может как серво работать, а этот товарищ почему-то не хочет. Так что не знаю, будет ли он у меня тут стоять в гелике, или просто эльку сюда воткну, чтобы комфортнее было на нем ездить. Единственное, где может пригодиться такое положение дел, это какие-то триальные испытания. То есть мне нужно проехать вот сюда чуть-чуть, потом сюда чуть-чуть, если только в таком ключе. Также расположение этого двигателя у меня получилось неудачное. Все 4 колеса гребут, но машина уперлась, грубо говоря, в стену, и уперлась она рулевым двигателем. Это не есть хорошо. И сейчас вот на такое препятствие я могу заехать вот так, если только по диагонали, чтобы колесо сначала зацепилось. Ну, мощность, конечно, решает тут. Насчет этого гелик красава. Такой двигатель в системе Ctrl+ будет работать штатно, колеса будут возвращаться. И там он действительно незаменимый, мне кажется. Потому что он экономит место и вес. Но система эта на батарейках очень слабая, и батарейки, если честно, каждый раз покупать не хочется. Поэтому для меня лучше вот такой достаток в мощности, может быть даже где-то избыточный. Но за счет газа я могу преодолеть препятствия,
даже там, где чуть-чуть на пузо сел. А на батарейках этих такого позволить себе, конечно, нельзя. Еще один недостаток в моей конструкции. Это вот этот стут, который тут торчит один. Не очень удачно я сконструировал рулевое управление, и его надо переделать, поскольку вот это получается нижняя часть всего моста. Не рычаги колес, как я изначально планировал, а еще один стутик тут торчит. Так что рулевое буду переделывать. Центральную часть я всю переделал относительно прошлой серии. Так, с виду она, может, не изменилась, но в прошлой серии я нахлобучивал сюда буиз сверху для того, чтобы просто попробовать, как это ездит. Сейчас он у меня переехал в нижнюю часть. И клиренс вот тут по низу в районе буиза составляет 7 студов. То есть рамочка 5x7 здесь стоит спокойно. Конечно, ближе к мостам уже и 5 студов тут цепляется. Ну, здесь уже и колеса поближе. Здесь может быть не так принципиально. А именно вот эта часть центральная вмещает в себя 7 студов. При этом хода подвески отличные. Что касается задней части, здесь у меня переехал двигатель блокировки вот в такое положение, и теперь он за бампер не цепляется. За бампер у меня цепляется теперь экспериментальный такой механизм вата. Ну, вата это полная, короче, ничего это не работает особо. Буду я его отсюда выкидывать. В прошлой серии мы выяснили, что моя модель на один стут шире, чем вот этот рисунок. Это если мерить по аркам. Арки, как можно заметить здесь, это самая широкая часть, и даже бампер, он уже уже из-за бампера торчат колеса, а в арке они прячутся. Когда я переделывал центральную часть, я убрал по одному студу с каждой стороны, то есть общая ширина уменьшилась на 2 студа. Далее, с помощью этих деталей на пол студика я вынес арки, то есть общая ширина по аркам у меня уменьшилась на 1 студ, а вся остальная модель уменьшилась на 2 студа в ширину. Вот этот бампер с синими вот этими троечками у меня символизирует ширину арок. И ширина арок у меня сейчас вот такая. В то время как остальной весь кузов еще на один стут шире, на один стут уже. И это где-то вот такая ширина, что равняется ширине вот этого бампера. И немного колеса здесь выступают. Ну вот, я сейчас уберу расширитель один. И вот уровень пола моего и цепляется как раз в колесо. То есть колесо из-за уровня, из-за ширины пола немного выпирает. И в то же время в расширитель оно прячется немножко. Теперь с шириной модели вроде бы порядок. Это все новости по гелику на сегодня. Если невооруженным взглядом посмотреть,
и не скажешь, что здесь что-то изменилось. Но клетка полностью переделана. Бувис переехал в нижнюю часть. Также приехал рулевой двигатель. И его тоже ждет переезд, поскольку здесь он нам нужен не больше, чем корове пятая нога. Надо, чтобы эта самоделка хотя бы вот такое препятствие вот так в лоб брала, а не вот так криво-косо, как сегодня мы это делали. И уже пора набрасывать первые штрихи дизайна, чтобы вот эта каракатица уже немного стала на гелик походить. А на сегодня это все. Всем пока!